Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр Фанкан. На обзоре мультимедийная система на базе Android от компании Canbox на Toyota Highlander 50-м кузове. Модель H-Line с диагональю экрана 10,2 дюйма. Ставят штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все выглядит максимально аккуратно, по-штатному, без щели, без зазоров, по проводке подключается разъем. Рамка выполнена из такого черного пластика матового. И достаточно хорошо вписывается в интерьер автомобиля. Ну и, конечно же, данная мультимедиа гораздо более интересная, чем штатная была. Обладает гораздо большими мультимедийными возможностями. Здесь экран гораздо больше. Все работает максимально быстро, плавно. И главное преимущество то, что магнитола работает на базе Android, поэтому доступны все современные мультимедийные возможности. Можно скачивать любое приложение из Play Market, а самое популярное здесь уже предустановлено. Все работает максимально быстро, плавно. Есть возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки либо для громкой связи. Есть эквалайзер для настройки звука с множеством настроек. По звуку, ну, примерно на таком же уровне, как штатная магнитола была, потому что здесь уже изначально стояла достаточно качественная магнитола именно по звуку. По мультимедийным возможностям гораздо превосходит штатную магнитолу, но по звуку примерно на том же уровне. По кнопкам на руле все подключилось, работает громкость, переключение треков. Как вы видите, информация по радио дублируется на центральном дисплее. Также работает кнопка голосового ассистента. Но сразу хочу уточнить то, что голосовой ассистент — это отдельная услуга. Более подробно о ней вы сможете узнать у наших менеджеров. Это достаточно удобная вещь. Благодаря ней можно с помощью голоса использовать различные функции магнитолы, например, регулировать звук, переключать треки, позвонить кому-нибудь, открыть приложение и многое другое. Также работает кнопка Mode, которая переключает между всеми источниками. И при удержании, так же как это было в оригинале, выключение звука. Также работают ответы и сброс звонка. С подсветкой тоже адаптировали. При переключении габаритов автоматически переключается дневной и ночной режимы. По внешним подключениям в бардачок вводятся USB-порты, куда можно подключать флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами и воспроизводить это все на магнитоле. И также слот под сим-карту для подключения к интернету, чтобы пользоваться всеми функциями магнитолы. Можно подключить сюда сим-карту, но также можно и раздать интернет со своего мобильного устройства через режим модема. Оригинальную камеру заднего вида также подключили. Включается она автоматически при включении задней передачи. Здесь все осталось по-штатному. Динамические линии сохранились. И также есть настройки по яркости, цветности, контрастности. Обращайтесь к нам в компанию, у нас вы сможете как приобрести, так и установить дополнительное мультимедийное оборудование для вашего автомобиля. Есть огромное количество различных вариантов, более подробно обо всем вы сможете узнать у нас на сайте, либо обратиться к нашим менеджерам. Они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть собственная служба технической поддержки. Обращайтесь, будем рад помочь. Всем удачи!